А теперь уже посмотрим те соляки, которые нужно играть на второй гитаре. Разберем, друзья, главный соляк, который идет на протяжении всей песни. Зажимаем, в общем, вторую струну на 14-м ладу, если у вас акустическая гитара. После двух вот этих точек, да? Коротко ее играем. Потом первую струну на 12-м ладу. Потом на 14-м. Чуть-чуть ждем дольше, да? Потом снова 12-й лад. И 14-й на второй струне. Потом снова 12-й. 14-й. И 16-й лад. Итого. Два раза вот эту дергаем, да? Еще раз играем. За вторым разом можно бенд сделать вверх. На 14-м ладу первой струны. И слайд вниз. Еще раз. Друзья, и сверху этой основной партии, чтобы звук был пожирнее и не такой бедный, я еще сверху ту же самую мелодию играл на кварту выше. Но сейчас она по звуку будет ниже, потому что играть буду здесь. Зажимаю вторую струну на 7-м ладу, первую на 5-м, потом на 7-м, снова на 5-м, потом на 9-м ладу. Ну, те же самые ноты, тот же прием. Не те же самые, а тот же прием. Все, друзья, и можно то же самое сыграть здесь, чтобы тембр чуть-чуть поменялся. Продублировать можете, два раза записать основную партию и сверху еще вот эту партию в кварту, чтобы красиво звучало. Здесь третья струна на 11-м ладу, потом на 14-м, потом вторая струна на 12-м ладу, потом снова на 14-м третья, потом и вторая струна на 14-м ладу. И еще основную партию можно сыграть чуть ниже. Зажимаем вторую струну на 2-м ладу, потом на 5-м, потом первая струна на 2-м ладу, потом снова на 5-м, потом на 2-м и первая струна на 4-м ладу. С основной партией разобрались, дальше посмотрим всякие промежуточные. Во время первого куплета играется такая вот фишечка. Да, вот такая вот фишечка. Зажимаем третью струну на 4-м ладу, дергаем и слайд на 6-й лад. Потом наплыв идет. Помните, я играл, да? Зажимаю третью струну на 4-м ладу и два раза на 6-м ладу. То есть... Потом вторая струна на 5-м ладу и на 7-м с вибрато. Потом спуск 5-7-5, потом 6-5-6, да. Потом 4-6-4-2-4-2. И заканчиваем. То есть четвертая струна на 4-м ладу и потом снова третья на 2-м ладу. Итого получилось. Что играется во втором куплете? Там есть один слайд всего лишь на третьей струне с 4 на 6 лад. Ну, это услышите. А потом начинается тремоло частое на третьей струне также. И заканчиваем аккордом. То есть вниз-вверх, вниз-вверх. Очень часто нужно играть медиатором. У меня пока с собой здесь нет. Поэтому зажимаем третью струну на 2-м ладу и играем. Вниз-вверх, вниз-вверх нужно играть. Вниз-вверх, вниз-вверх очень быстро нужно играть. Нужно потренироваться, это тремоло довольно сложно. Потом что играем? В самом конце вот такую вещь. То есть зажимаем, как обычно, уже третью струну на 6-м ладу, а первую и вторую струну на 5-м ладу. Удар вниз сделаем по этим трем струнам. Потом добавляем на второй струне 7-й лад, тоже под всем трем бьем, потом снова открываем, потом первую на 7-м зажимаем и снова открываем.
И уже именно вот на этот удар начинается наше соло гитары. Да, но его мы уже посмотрели. То есть получается раз. Вот такой вот рисунок должен получиться. Также есть в конце, прямо перед последним припевом, вставка, где поется там «Планета Земля», «Мы дети планеты Земля». Там нужно сделать слайд с третьей струны. Да, на третьей струне с шестого лада на второй. Да. А потом сыграть вот так. То есть третья струна на четвертом, потом на втором. И два раза четвертая струна на четвертом ладу. Вот так. Два раза, да. Потом играем вот такую вот вещь. То есть четвертая струна на втором ладу, на четвертом. Потом чередуем третью струну на втором ладу, четвертую на четвертом, а третья на втором, потом на четвертом и слайд на шестой. И потом уже в конце вместе со словами «Якутяночка моя» играем вот эту мелодию. Дублируем, то есть получается. Якутяночка моя, якутяночка моя. Ну, те же самые лады, четвертая струна на четвертом ладу. Сами можете поимпровизировать по этим. По этим нотам. Ну что, друзья, надеюсь, у вас получилось разучить такую бомбезную хитярную песню. Ее можно играть вообще в компаниях, когда вот сели. А сыграй-ка нам что-нибудь мощное, классное, хитовое. И тут бабашишь, как крутой гитарист. Тут особо ничего сложного нет, но эффект, друзья, вы произведете сильный на ваших коллег, друзей, подруг и так далее. Ну что, ребята, обязательно ставьте большой вот палец вверх, если ролик понравился вам, если урок был полезным. Это будет небольшое спасибо мне. Ну, если мы набираем 800 лайков, выйдет разбор на следующую песню. А пока не буду говорить, что за песня будет разобрана дальше мною. Но все это будет круче и круче. С вами был Раиль Арсланов. Ищите меня ВКонтакте, а также в Инстаграме. Добавляйтесь, там есть множество вещей, которые не появляются на Ютубе. Много новостей там есть, также в группе ВКонтакте. Группа называется «Хижина Музыкант». Ну и, конечно, не забывайте подписываться на музыкальный блог «Хижина Музыканта». Вот, друзья, чтобы не упустить ни один классный, веселый ролик, кавер, разбор и так далее. Также внизу в описании есть ссылочка на мой видеокурс под названием «Освоим гитару за 7 дней». Да, вот такое вызывающее название, то есть реально ли освоить гитару за 7 дней. Я уже говорил своим подписчикам, что реально. Заходите, смотрите, покупайте, приобретайте, изучайте и занимайтесь гитарой, друзья. Это круто, это классно делать музыку. До скорых встреч! Yeah.